Сильные телом и духом. Это про них, про людей, которые, имея определенные ограничения по здоровью, показали, для них нет ничего невозможного. Прыжки, бег с препятствием, быстрая передача мяча. Вот так активно и с энтузиазмом на базе Брестского областного легкоатлетического манежа прошла областная спартакиада «Доступный триумф» для людей с инвалидностью. Благодаря такому спортивному мероприятию особенные люди из разных уголков Брестской области не только смогли посоревноваться друг с другом, но и познакомиться, пообщаться и найти себе новых друзей. Областная спартакиада «Доступный триумф» сегодня проводится для граждан с инвалидностью по зрению. Мы проводим ее уже второй раз. Она полюбилась нашим участникам. Дело в том, что все люди хотят заниматься физической активностью. Она приносит удовольствие в первую очередь. Легко. Мы предложили нашим подопечным, которые посещают отделение социальной адаптации и реабилитации, принять участие в таком мероприятии. Они нас поддержали, и вот уже второй раз мы собираем команды из области совместно с общественным объединением инвалидов по слуху на вот это мероприятие. Спартакиада «Доступный триумф» – это возможность каждому почувствовать себя частью команды, которая работает ради общей цели. Потому сегодня все участники продемонстрировали определенные умения, навыки и, конечно же, волю к победе. В очередной раз они показали и доказали, что их возможности, несмотря на диагнозы и группы, не ограничены никакими барьерами. Я пришла на эти соревнования, потому что мои друзья в прошлом году сказали, что здесь было очень интересно. И я решила попробовать и хочу победить. Я в прошлом году была на таких соревнованиях, участвовала, очень понравилось. Четвертое место заняла наша команда. Еще раз пришла, чтобы участвовать еще раз. Такие соревнования нужны, чтобы хотим победить и показать себя. Мы команда Ленинского территориального центра города Бреста. На таких спартакиадах нет проигравших. Всех участников можно смело назвать победителями. Ведь, несмотря на все жизненные обстоятельства, они не пали духом, нашли в себе силы идти вперед к новым вершинам.